Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Studio Games, мы продолжаем игру Path of Exile. Так, у нас третий акт. И что у нас по заданию? По заданию, вот, пылающая пыль. Нам надо таки здесь пройти. Этот проход был заблокирован, но сейчас есть возможность его разблокировать. И мы направляемся сейчас на склады. Оп. Так, канализация складов. Тык-тык-тык. Сейчас заново придется, конечно, тут чуть-чуть территорию проходить, но... А что же делать? Надо найти эту херовину, где нельзя пройти. А вот она. Офигеть. Такая чухня, блядь. Сиська такая торчала тут. Так, идем дальше. У меня что-то чуйка, что скоро закончится третий акт. Я думаю, она редко меня вообще подводит. Хотя было в видео, я много раз говорил, вроде конец, а там ахер лысый, а не конец. А там оказывалось еще какое-то задание или какие-то большие локации, какая-то чухня всякая, и, блин, никак не получалось так предугадать. Лагерь Эбенового легиона. Убейте легата Гравиция. Да, так нам и сказали. Так, это мы прошли. Здесь правой руки глоток надежды. Отсечение правой руки. Так. Легата Гравиция, прежде чем он уже наскупил. Так, хорошо. А я что-то думал, что он здесь должен, по идее, быть. А что ж тогда сюда за дорога? Вот тут еще две локации есть. Пу-пу-пу. Так, я даже не знаю, как лучше тут. А. Ты куда, сучка? О, я извиняюсь. Что за сучку. Иди сюда, малыш. Да выябывался. О, свиток мудрости. Он очень нам нужен. И понеслась. И чё, и всё? Где-то еще один затерялся, да, хрен? Иначе бы этот сундучок открылся. А, вот ты где, малыш. Некрасиво было. Так, поднимаем уровень нашего камушка. И булава. Барбют. Еще какая-то чухня. И еще одна. И свиток мудрости. Тут у нас свиток портала. Так, вроде бы все взяли. И опять у нас какие-то вещи, которыми я не очень доволен. Я бы с удовольствием, может быть, и взял эту булаву, да? Но мне она будет тогда там не дружить с некоторыми спешалами. А я бы взял, смотрите, какие параметры неплохие у нее. Так, а что за бронюха? Так, как-то можно ее сравнить. Тут на альт, если жмете, можно сравнивать вещь. Так, интеллект, там сила. Ага, моя получше будет, я вам скажу. Брони больше, это такая энергетическая. А вот шлемос, сейчас посмотрим. Нет, там броня лучше. Интеллект, броня, огню. Хуже будет. Так, а это что за палка? Ну, эта палка явно не для нас. Хорошо. Ну, зато неплохие вещи тут понашмондили. Так. Есть. Дошли мы хоть до каких-то стен, чтобы ориентироваться, как бы тут по карте нам сопать. Два прохода, кстати, нам надо найти. До свидания. Эй, давайте сейчас, наверное, пока так походим, посмотрим. Так, какие-то катапульты. Здесь такой лагерь, блин, не детский. Ух ты, какая, блин, шняга. О, ребята. Что, не помещаетесь, отошел? О,
И че, я до него не допрыгиваю? Обалдеть. Ух ты, бля, зарядили уже. Смотрите, какой огненный шарик. Так, хорошо, сейчас у нас этот камень улучшится. Урон от чар. Хорошо. Так, тут закрыта дорога. Давайте пойдемте налево, пройдемся по этой карте, посмотрим, где есть два выхода на другие локации, которые мы видим на карте. И где этот, блин, хрен, которого нам надо убить? Гравиция. Такое дебильное имя, честно говоря. Не знаю, можно было как-то имя пожестче какое-то придумать. Гравиция, блин. Тут через стены хреначит, что ли? Я в шоке. Кто там стрельнул сейчас моему на мнем бока? Где этот стрелок? И на, блядь. Отсюсюкал, блин. Так, надо так как-то стать, чтобы побольше тут народу. Воу-воу. Тихо там. Сейчас взбесились. Крепкие ребята, блядь. Такие раздуплёжи пошли. Ух, древний меч. Да что ты говоришь? А что ж там такие дырки говняные в этом древнем мече-то? Смотрите, как будто это деревянное говно. Огня. Ага, и что там сравнивать? Говно собачье, как по мне. Но продавцу подойдет, чтобы спулить. Это что, какая-то водичка, что ли? Как-то по ногами незаметно, что мы залезли в воду. Так, вот дошли до конца какой-то стеночки. И опять тут лестница. Портал. Это мне нравится, что тут есть портал. Эй, давай, ты. Давай, сейчас, подожди, чувак. Я тут осмотрю местность вокруг. Вдруг тут какие-то мандавошки бегают. Надо их срочно законтачить, чтобы они мне не мешали выполнять твое задание. А вот эти, вот эти. Ну, совесть имейте, ребята. Ну, что такое? Куча, блядь, на одного. Крепкие малыши. Обруч аборигена, блин. О. Ай, хорошо. Так, что тут? Говнецо выпало. Так, 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 так. Ой, хорош. Так, здесь тоже вроде бы как все. Мы еще туда пойдем. Давайте сначала выполним это задание. А кто это тут, кстати, хочет его? Вилмар, о, это наш чувак. Перестав учиться, боец начинает умирать. Так всегда говорил мой старик. Ну что, какой из исходов ты выберешь сегодня? Скоро тут будет полно манекенов. Это металлические копии черных стражей. Можно без сожаления рубить их направо и налево. Свалишь больше меня, победишь. Признал, о, с удовольствием. Какой-то сонный боец. Что? Отсосюкал? Пора перестать давать тебе фору. Какую фору, что ты, чувак? С дуба рухнул. Так, это понятно. Выполнили задание. Давайте, да, эту сторону осмотрим. Опа-тихо, амулет, не обратил внимания. С янтарем амулетик. А, так, так, так. Какие-то тут джунгли прям чуть ли не начинаются. Так, это говно попадало опять. Где-то здесь сейчас может быть дорога. Да, я так и чувствовал. Имперские сады.
Уе. Так, мы еще туда пойдем. Давайте тут еще пошастаем. Имперские сады. Так, а с той стороны там... А, нихера нет. Ну и что, давайте собираемся в кучу, чтобы получать люлей. Ну что, шаман охранял, что ли? Так, а тут что у нас? Не, надо так встать, чтобы все попадали под плюхи. Палаточки всякие тут поразбивали. Ух, твою ж мать! Что-то шаманит тут и шаманит. Что это за шар тут надо мной? Непонятные в тучи, бля, чуваки, в тумане. Что это было, не поймешь. Ну, пофиг, загасили их, и то хорошо. Так, опять какая-то тут шмурдячина. Ну что такое? Опять какие-то главари, бля. Ты чё, блин? Охренел, что ли, блядь? Что такой крик? Фу! Нахреначили мы здесь народу. Так, у нас камушек один поднимем. Может и уровень сейчас, кстати, поднимем один. Это прекрасно, я думаю. Ну и чё? Согрелся, смотрите. И я думаю, что это за крик? Это они сгорают, блядь, твари. Так, хорошо, тут загасили всех. Что тут у нас еще есть интересного? Так, тут мы кого-то уже били, а вот в этой стороне я не помню, что тут происходит. А, тоже били. Уу, еще какой-то тут есть сейф. Так, давайте смотрим все вокруг, потому что нам надо сначала забить. У нас тут с тыла никто не чпокнул. Так, вроде все нормально. Да, идемте к этому ящичку. Может, что-то хорошее хоть выпадет, потому что реально куча дерьма выпадает. Цик, горят. Черти, а. Что ты там крякнуло? Бля, могли бы какие-то лучшие вещи попадать. Этот дождь уже мне, блин, закумарил, слегонца тоже тут идет и идет, блядь. А, в Бэтмене же тоже помню, блин, то ли дождь идет. Кто видел на канале, я параллельно тоже прохожу еще Бэтмена. А, там, блядь, этот дождь тоже закумарил уже, блядь, меня. Это, блядь, лондонская погода, ей-богу. Так, давайте глянем, что тут у нас. Так, тут все нормально. Приближаемся, я думаю, к этому грацию, блядь. Сфера. И больше ни хера хорошего. Еха. Улучшим. Так, я даже не знаю уже в какую сторону бежать. Ну давайте, я хотел налево тут идти, как бы идем налево. О, давайте, ребята, жить дружно.
Оу-е! Подняли уровень. Отлично. Давайте глянем, что бы мы улучшили. Так, ага, вот куда мы поломились. Это уже есть, да? Ну, если уже сюда поломились, то... Поломились. Я не знаю, что дальше тут у нас сделать надо будет. Скорость атаки передвижения. Кстати, тоже классная шняшка. Вот эти вот три вещи выучить можно. В эту сторону я вообще даже не смотрел. Тут топоры, мечи что-то. Меч. Урон мечом. Да, здесь тоже как бы, если точно решить, какими оружиями в конце итоге воевать, то... Вроде бы как неплохо можно. Тут у нас здоровье, я смотрю, есть. Тоже неплохая фигня. Давайте, да, сначала тут еще можем на скорость пойти, да? Атаки всей херни. А там уже будем думать, что делать дальше. Посмотрим, что тут. Так, стихии оружия. Угу. Какие-то вот это что-то такое вообще надроблено, какие-то, блядь. Как кусочки какого. А, это трупы тут лежат. А там, подождите, что я не разглядел тоже? Че там непонятно вообще там? Даже не хочу присматриваться и приближать камеру. Так. Здоровая какая-то местность, бля. Ну ты чё, блядь, ты издеваешься, что ли? Я не знаю, блядь. Стреляет и стреляет. Сколько можно уже? Так, тут тоже все как бы понятно. Обошли эту территорию. О, мама. Давайте сначала по вот этих вот перехреначим. Вот там я смотрю, вот. Воу-воу, тихо там, ты чё, блядь? Я смою твои грехи кровью. Колдуны, блядь. О, понеслась. Да, его бить тут долго придется, я смотрю, блядь. Соси, сучка. Я, кстати, вот что забыл. Сделать себе бонус, блядь, на урон. Я сражаюсь на стороне Бога. А на чьей стороне ты? На той же стороне. Смерть в бою. Кровицы, это твой единственный достойный поступок. Так, ага, о награде надо поговорить. Хорошо. Так, так, так. Мы взяли там какие-то боты модные. Давайте хоть глянем, что они себе представляют. Насколько они модные, эти боты? Так, броня лучше, уклон лучше, смотрю. Три брони, там шесть. Огню. Да, эти будут получше капчики. Два зеленых, один красный. Один нам бы еще один зеленый нарыть тогда. А, нигде, блин. Угу, двойной удар, а тут что? Шквал клинков. Опустошение, это что у нас тут? Ну, опустошение, я согласен. Можно убрать. Это так.
просто шузики как-то получше эти будут. Давайте это пока сюда. Вот так вот порвали мы, а? Как тузик грелку этого, блядь, гравиция, блядь. Заодно просто сейчас просмотрим территорию. Блин, реально забыл вот за это, блядь, ледяной урон, блин, который мне сейчас уже появился. Не знаю, что вылетело как-то с головы. Что тут еще, врагов уже не будет, что ли? А, как без них? Еще куда-то можно подняться. Ну да, там еще одна дорога, кстати, была. Так, тут вроде ничего не вижу. А тут что-то есть интересное? Какой-то бы сундук хотя бы охеренный поставили. Ни хера, блядь. А зачем? Так, здесь еще один сейчас проход найдем. Так. Воу. Крякнул там один раз и сдох. Так, тут мы сейчас все осмотрим. Зловещий чувак. До свидания. Не убегает даже никто, ничего себе, смельчаки. То убегали, когда у них мало жизни было, то стоят до конца. Ах. А это куда дорога вообще? Хлам Лунарис, еб твою. Там мне кажется, что тут еще не конец после этого гравиция, блядь. Что мой стал промахиваться, я смотрю. Мне не нравится то, что он начал промахиваться. Так, давайте спускаемся вниз к порталу, там как раз сады недалеко, и зайдем быстренько в, я хочу сказать, в город, так, наверное, даже легче сказать, да, в поселок наш. По выполненному заданию получим информацию, и я думаю, что это еще не все, нам надо будет идти вот туда еще, в этот храм какой-то еще один, непонятный. Так, ага, вот сады сбоку. Так, что у нас там по инвентарю? Какой-то камень, что-то здесь. Отражён 24, это холод, чары, что это такое? Угу, так у нас уже что-то есть такое, вестник льда, да? Ага, есть, у нас уже прокачанный он. Понял, значит будем продавать. Так, быренько в село.
Ух, какая тут мелодия заиграла. Тык-тык-тык, давайте-ка. Вот она, Маримоа, да? Покажи им! Гравиций получил свое. Вот бы передать эту весточку парню, которого я в свое время оттащил от жены легата. Доброй вдовушке понадобится утешитель. Угу, так, продаем. Это можно. Меч. Шузики. Так, что у нас тут еще это осталось? Вестник льда. И все. Берегись теней. Ага, хорошо. Буду иметь в виду. Так, что мы тут насобирали-то? Так, это сюда, да. Это можно сюда пока поставить. 7-й уровень все-таки у нас. Ой, бля, кольцо забыл. Но сейчас мы его продадим. Давайте даже уже, чтобы я потом... Тебя еще не прикончили? Не парился. Берегись теней. Они кусаются. Да что ты? Знаете, что я уже этих насобирал целую кипу. Так, шарики, камушки. Угу. Так, давайте это вниз поставим. Не понял, что за прикол. Так, и это сюда. Угу, все. Так, так, так. Идемте еще поболтаем со всеми. Тебе что-то нужно? Однажды Гравиций ужинал с нами, до того, как игорный долг отца сыграл с нами злую шутку. Вновь я ужинала с легатом в тюрьме Теополиса в ночь перед изгнанием. Во второй раз он был не столь любезен. Благодаря тебе я теперь могу не вспоминать об этом. Не пропадай. Угу. Несмотря на все свершенное тобой, этого мало. Упустить веру значит подвергнуть опасности каждое живое существо на этом континенте. Ищи к западу от лагеря Гравиция. Что я вам говорил? Ты найдешь веру в храме Лунарис под защитой тех, чьи тела и рассудок она осквернила. Вот засранка, а? Вечные почитали солнце и луну как два глаза их господа. Правый глаз — Солярис осуждающий, левый — Лунарис всепрощающая. Но я не верю, что тот бог будет склонен простить веру, если узнает, что она делает в его храме. Угу, понятненько. Сперва думай, потом делай. Окей, так, поговорили. И выполненное задание, подруга моя. Ты настоящий дух Макору. Акулы. Да. Нетрусливые рыбы, которые хватает зубами одинокого пловца. Я такой. Ты переворачиваешь вайкуама, ну, лодку, и пируешь упавшими в воду людьми. Охотники становятся добычей, а ты ешь в свое удовольствие. Макору, это тебе. Ух ты, что? Что это такое? Вихрь стрел. Это лук нужно иметь. Ледяное сокрушение, урон атаки, меньше скорости атаки. Скоростный урон от холода, ударность. Ух ты, это что такое? Ну, герой ударяет в землю своим основным оружием, нанося урон врагам в области тремя сокрушительными волнами. Каждая последующая волна наносит меньше урона. Какое оружие надо иметь? Используется мечами, головами, топорами. О, подходит мне. А это что за херня? Вихрь. Вот это крутая шняга. Да, Вера. Добыча еще не поймана. Далекая ведьма мечется в темной глубине. Макору, удачной охоты. Спасибо. Калакура, не знай страха. Да я и так не знаю.
Так, что у нас тут? Понятно. Значит, глоток надежды. Это сюда. Ага, вот задание есть у нас таки там, да? И туда потом. Хорошо, выполним. Так, давайте-ка я зайду в инвентарь. Хочу этот красный камушек куда-то впендёрить. Например, на Q. Тяжелый удар, да? Так, какие мы не используем умения? Урон огнем. Ага, это у нас пассивочка. Рассечение. Что у нас тут за рассечение это такое? Ага, рассечение, понял. Не трогаем. Наскок. Это и вот это, я уже понял. Дальше. Железная воля. Я... Это у нас... А что за железная воля? Ага, это пассивка, понял. Расплавленный панцирь. Так, понял. А, у нас есть куда вставлять. Фу, блядь. Что я туплю, блядь. Так, нам бы сюда его, да? Наскок не то. Нет. А где этот удар тогда что-то? А вот, ледяное сокрушение. Ух, ёж твою! Посмотрим, что за хрень-то такая. Все. Можем идти спокойно в эти сады. Надеюсь, карту заново не будет прорисовывать. Ай, слава богу. Перские сады. Сейчас надо попробовать эту ледовую херню. Когда будет толпа какая-то. Даже интересно как-то. Так, есть. Давайте идемте сюда. Я думаю, это будет нормально. А, джунгли такие. Какую-то еще карту нашел. Честно говоря, я еще не раздуплился, что с этими картами делать. Ну, такая неплохая штука это. Кстати, это вот. Шипы эти. Статуи. Пошли нахрен. Ой, ты портал даже тут есть. Ну нифига себе. Это просто прекрасно. Это черный страж. Не знаю, какого хера его сюда занесло. Ты че, блядь, чудо-юдо, блядь? Охренело там, что ли? Ты еще крутится, блядь. Досвидос. Так, чувствую, нам надо будет тут полазить. Какой-то рыгатель. Пернатый, блядь. Что за названия такие, блядь, дебильные. Пернатый рыгатель, блядь. Блядь, фантазия у людей. Сумасшедшая, блядь. Дикобразы какие-то, блядь. Ух ты, у него что-то отлетает еще, когда он дохнет. Ну, дикобраз, понятно, он же с иголочками. Ой, пернатый.
Так, хорошо. Тут как бы в этих... Ух ты, бля, малыш. Не, мне не нравится, что эти стоят тут, стреляют. Замедлили меня? Все, Бобик сдох. Это еще... Блять, тут еще и библиотека какая-то есть. Да, видите, как и показалось правдой. Блять, а тут даже два каких-то подуровня. Так что это не будет так быстро. Третий акт нас не отпускает никак. Это чё? А, это этот хрен. Бои без правил, блядь. Так валит он нехило, блядь. А говно падает, блядь. Несусветное. Чё спрятался? Куда побежал? Бля, куда они сматываются? Я что-то никак не выполню. Я совсем выдохся. Фу, бля. Ой, классно, что-то эти замораживаются еще. И огнем, и льдом. Всем подряд тут, блядь. Хрена чем не по-детски, блядь. Ох! Малыш, кабальчиш. Так, и тут еще какая-то херовина. Где-то мы вообще ходим что-то? Ага. Ага, ага, ага. А там уже ни хера нету, да, с той стороны, я так понял? Тут уже тупичок. Хорошо, значит, идем вниз. Так, библиотека тут еще есть, как бы, если что. Я думаю, мы в этом видео попадем ли в библиотеку или нет, я не знаю. Может, уже в следующем будем сейчас видеть по ситуации. О, еще один вот проход я уже вижу. Он прекрасен просто. Что это, куда это? Там библиотека, это что такое? Зеленый лабиринт. Ага, у нас там и задание в этом зеленом лабиринте. Понял. Понятненько. Блять, как к тебе добраться, а? Перепрыгнуть не выходит. Обидно. Так. Пернатая, блядь. Что-то какая-то херня там, блядь, прыгает непонятная. Какой снайпер этот, блядь, стал так коряво так бить.
Куда? Где эти? Есть. Так, тут что-то еще у нас. Территория большая. Необузданная. Ой, блядь, а это что за хрень такая? Какая-то запертая дверь, блядь. Ага. У, а красивая дверька, я вам скажу, видите? Может, мы потом сюда и пойдем? Да, давайте глянем по карте, что это у нас. Так, западная дверь. Непонятно, что это за дверька, но... Я думаю, со временем мы разберемся. Великий флакон маны. Так, а там что происходит? Гигантский флакон жизни. Давайте возьмем, может там что-то интересное будет добавляться. Есть, они даже не успели ничего понять, как уже отхватали от меня. Еще один флакон какой-то тут маны, но он нам не нужен. Так, хорошо. Так, давайте вниз еще посмотрим, что тут есть. Так, о, малышня. Так, свиток портала. Да, здоровая карта, кстати. Это удобное, кстати, умение, когда вокруг враги, можно так накостылять. Уровень поднялся, камушка. Так, а тут что у нас?
Астральная проекция. Все. Выломали эти астралы всякие. Так, хорошо. Давайте глянем, что тут. Тут ничего интересного. Так. Идемте там по центру, сейчас еще просмотрим всю территорию. Сейчас тут налево можем пойти посмотреть, что там есть. Ничего. Я вот думаю, что лучше идти сначала в библиотеку, что ли? Да, наверное. Давайте идемте в библиотеку, а потом будет видно, что там и как. Не знаю, там что есть в этой библиотеке. Так, в инвентаре у нас есть колба какая-то. Сойдет этот флакон. Карта есть одна. Какая-то волосатая лапа, всему голова. Ха, придумают, бля. Ух ты. Так, хорошо. Давайте сразу глянем именно где мы. А вот мы вот здесь. Все, понял. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.